как вы себе сегодня чувствуете? Как Сергей себя чувствует? Ну, Сергей отдыхает, Сергей готовится, так же, как и все, наверное, участники конкурса сегодня. Ответственнейший день, полуфинал. Волнуется, я волнуюсь как композитор этой песни. Естественно, я хочу, чтобы все было на уровне. Я же и продюсер номера, и песни. Короче, все это очень ответственно и волнительно. Я желаю эстонскому исполнителю тоже удачи сегодня и пройти в финал, потому что это самое главное. Как говорят на Евровидении, самая большая мечта, чтобы твоя песня прозвучала 3 раза. Ну, мечта поменьше 2 раза, и не хотелось бы, чтобы только 1. Поэтому я желаю, чтобы как минимум 2 раза прозвучала эстонская песня. Ну, и наша тоже, как минимум 2, максимум 3. Вчера Сережа был на высоком уровне, он сделал максимум. Это было его лучшее выступление вчера за все репетиции. Я надеюсь, что сегодня, когда самое главное будет смотреть вся Европа, он выступит не хуже. Но там уже как решит зритель, как решит... Но жюри вчера свой вердикт вынесло. Я надеюсь, что эстонское жюри тоже будет объективно и вынесет, поставило нам высокие, достойные баллы. Ну, а что уже там дальше? Все в руках сегодня телезрителей. Ну, я надеюсь, что традиция не изменится. Во всяком случае, для меня Эстония – это одна из первых стран, которые... стала в моей карьере первой. Я 30 лет назад выступал. Мои первые гастроли были в Эстонии, в Таллине, в Линнахале. И я надеюсь, что это как-то мимо не пройдет. И те зрители, которые помнят меня, любят меня. Я только что был в туре в Таллине на гастролях, шоу «Я» своим новым шоу, которое поставил Франко Драгоне. И тот полный солдаут, который был в огромном стадионе, и те люди, которые пришли, они проголосуют за меня, за мою песню как композитора и за Сережу, естественно. Последний вопрос. Как вам Юрий нравится? Юрий Боцман. Ну, я следил за ним с момента вашего национального финала и за него болел, потому что я смотрел этот национальный финал по интернету и для себя отметил, что это самая лучшая песня была. Да, я смотрел... латвийский полуфинал, финал национальный. И так получилось, что смотрел и эстонский. Вот, так что я могу пожелать только успеха, потому что Эстония достойная музыкальная страна, с большой культурой, и такие исполнители, как Анна Вески, как Марио Ляник, как Як Йолла, они всегда были примером музыкального вкуса и эстрады в нашей стране и были любимыми артистами. Тынис Мяги – это большие удивительные артисты, которые всегда были для меня примером настоящего артиста. Поэтому, если кто-то меня слышит из них и сегодня, я передаю большой респект и привет из России и сказать, что их также любят. К сожалению, Як Йолла уже нет с нами, но его песни живут и... воспоминания о нем всегда будут самыми светлыми.